Премьер-министр Эстонии подал в отставку. Об этом он заявил на внеочередном заседании правительства. Вместе с премьером, в соответствии с законом, уйдет в отставку и весь кабинет министров. Члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до назначения нового кабмина. О намерении покинуть свой пост Андрю Сансип сообщил еще в конце февраля. Но предполагалось, что уйдет он в 2015 году после очередных парламентских выборов. Новым главой правительства, по информации местных СМИ, может стать соратник Ансипа по партии Сейм Каллас. Сейчас он занимает пост еврокомиссара по транспорту. Его кандидатуру поддержали и нынешний премьер, и правление партии «Реформ».